Друзья, я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова. Запустилась совсем недавно свеженькая, очень крутая фишка. Называется RuStream, где вы можете запускать автотрансляции в социальной сети ВКонтакте. Это простой, быстрый, удобный способ проведения прямых эфиров ВКонтакте. Сервис позволяет запускать в прямой эфир заранее подготовленный видеоролик. Вы сможете устанавливать интервал повтора трансляции, запустить трансляцию в указанное время, подключить несколько аккаунтов ВКонтакте и загрузить 3 разных видео для рандомной выборки. Новым пользователям доступный пробный период на 3 дня. Для ознакомления с функционалом сайта пробный период включает в себя пакет старт. В общем, сейчас я открою продукты и посмотрим. Пакет старт 200 рублей, аккаунтов 1, трансляции 1 ролик. В заданное время по интервалу в описании добавлена реклама сайта. Пакет Pro, стоимость 400 рублей в месяц, аккаунтов 1 аккаунт, трансляции 3 ролика. В заданное время нужный ролик, по интервалу один из роликов, каждый в свое время. И пакет VIP, стоимость 700 рублей, аккаунтов ВК 3 аккаунта, трансляции 3, в заданное время нужный ролик, по интервалу один из роликов, каждый в свое время, гибкая настройка каждого аккаунта и расширенные интервалы повтора трансляции, 30 минут и 1,5 часа. Здесь вы можете почитать вопросы и ответы, здесь можете почитать о нас. То, что я вам сейчас читала, здесь контакты разработчиков. Сначала, вот здесь группа, Telegram, чат-бот, ВК, Telegram-бот. Сначала вы регистрируетесь по моей ссылочке, которую я оставляю под видео. Дальше авторизовываетесь и подключаете аккаунт. Я уже показывать не буду, потому что я уже свой аккаунт подключила и даже уже запустила трансляцию. Вот у меня трансляция идет. Трансляция у меня выходит каждые 2 часа. Можно каждый час, можно каждые 2 часа. Вот трансляция активна. Даже если выключен компьютер, все равно трансляция будет активна. Вот смотрите, как она отображается. Заходим на мою страницу. Каждый мой подписчик получил уведомление, что Ирина Маркелова запустила трансляцию. И смотрим. Вот трансляция у меня будет выходить каждые 2 часа. Вот она до сих пор идет. Можно ее открыть, посмотреть. Можно ее завершить. Но завершать все, я не буду. Как только если закончится трансляция, плохо. Она удалится со стены. И заново потом она опять начнется. Каждый подписчик, а их у меня очень много, получил вот такое уведомление. Я его даже заскринила. Вот. Как это выглядит у друзей в оповещениях. Поэтому регистрируемся и прокачиваем свой бизнес. Всем пока-пока.